Всем привет, с вами Артур. Сегодня два небольших ремонта и два коротких видео. BMW 4. На первый взгляд повреждения серьезные. Но после разборки переда владельцем, битья оказалось немного. Мне надо подправить эти два рожка. Из деталей я имею только капот и крыло. Фары бампера нет. Разбираю. Измеряю лонжероны. Здесь все прекрасно. Итак, вытягиваю поврежденные места. Измеряю крепление. Хорошо. Ставлю все обратно. Здесь зазор хороший. А здесь немного плохой. Подправлю крыло. Сделаю рез в этом месте. Ну и на этом этапе моя работа закончена.
Volvo XC60. Вы можете подумать, что здесь делать? Просто владелец заменил две двери такого же цвета. Проблемы здесь. Порог. Для ремонта буду использовать споттер. Снимаю заднюю дверь и начинаю ремонт. Итак, порог сделан. Примеряю пластиковую часть. Отлично. Немного шпаклевки и грунта.
Работа с этой машиной закончена. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!